Ну да, это я сегодня, та, которую ты видел на экране. И быть успешной, это просто замечательно. И это ты решаешь, кем ты станешь. Вчера Михаил Стракович, конечно, сказал очень много полезного и интересного. Но не этот бизнес сделает тебя успешным. А ты сделаешь этот бизнес успешным для самого себя. És hogy ki mit hallott meg, és ki mit visz innen haza, ez mindenki maga döntje. И вот кто что услышал, кто что возьмет для себя, повезет с собой с этого семинара домой, это у каждого индивидуально. És egész egyszerűen én úgy gondolom, ez megint a legjobb szeminárium volt. И я снова таки убеждена, что это был самый лучший семинар. És néztem ezt az összeállítást. И я смотрела на это видео. Адила может вонда нам, что Бентлитка. И это видео. И Бентлитка, да. Мегбитка, да. И Адила как раз мне сказала, что ты знаешь, я смотрела на это видео. Я ему сказала, что смотрела это видео, и снова тебе удалось сделать так, чтобы у меня появились слезы в глазах. Хотя это он делал, и он тоже прослезился. И ты видишь, порой мы не умеем наслаждаться тем, чем мы занимаемся, тем, что мы делаем. Потому что мы поглощены самой задачей. И нас сбивает как бы с пути, с фокуса, то, что мы сделали, что-то не так сделали, где-то мы ошиблись, что-то получилось не так, как мы хотели. Но вот так вот, когда куча таких фотографий, замечательных видео вместе, когда мы видим, как это все круто, ez a lényeg. Tanulj meg erre fókuszálni, hogy milyen lesz, ha kész lesz. Понимаем, что в этом суть. Научись фокусироваться на то, каким же оно будет, представь себе, каким будет тогда, когда все будет готово. Egy csomó momentum és mondat volt ezen a szemináriumon, amit én hazaviszek magammal. И на этом семинаре было множество таких моментов, множество таких фраз, множество таких историй, которые я возьму и повезу с собой. И я очень много думала о том, о чем же мне говорить вам сегодня. Потому что к нам всегда очень завышенные ожидания. Вы постоянно говорите о нас как о легендах. És én nem vagyok egy legenda. A jelli legenda. Én egy egyszerű átlagember vagyok, aki valami többet tett, mint aki egész életében megfelelő pillanatot várja. Я простая, обычная женщина, которая просто сделала нечто больше, чем тот человек, который лично только ждет подходящего момента. És nagyon imádtam Patriciának tegnap azt az üzenetét, hogy kinek lesz igaza. И я обожала во вчерашней истории успеха, признании нового Сорика Патриции, когда она сказала, что она искала себя, что именно двигало ей, так это было самопознание, чтобы она нашла кто же она, какое у нее призвание. Из этих 15 лет, о которых она рассказывала, мы вместе с Атилой наблюдали 10 лет ее бизнеса. És tudjátok, ez a düh, ami belül ford benne, az olyan bizonyítási vágyal párosult, ami tényleg cselekvésre készítette. И вы знаете, вот эта злость, эта ярость, которая была в ней внутри, вместе с желанием доказать, действительно заставили ее действовать. Mindenki arra, általában sikertörténetekben mindig arról beszélünk,
Hány meghívást, hányan mondtak nemet, és a többi, ő meg elmondta saját maga lelki harcát. И на самом деле обычная история успеха. Все рассказывают о том, сколько они работали, сколько они приглашали, сколько они получали отказов, а она рассказала о своей внутренней борьбе, о своей душевной борьбе. Спасибо тебе огромное, что ты дала нам доступ к своей душе. Aki már egyszer volt egy ilyen szemináriumon, hogy tudott ott maradni? Я даже не понимаю, тот, кто однажды побывал на таком семинаре, ну как он может оставаться дома? Так, ha elmondod, hogy valamit kezdeni akarsz az életeddel, akkor először is magadba rakjál össze egy impactet erről az üzletről. Если ты решаешь, что все же ты будешь делать этот бизнес, в первую очередь сложи себе такую картинку об этом бизнесе, о том, что ты хочешь от этого бизнеса. Что тебе дает этот бизнес? Почему ты здесь? Перед тем, как ты начнешь спонсировать людей, ты должен знать, почему ты это будешь делать, что тот плюс, который может тебе дать этот бизнес. És az ötöt megfogalmazódni bennünk, míg el nem mentünk egy első ilyen hétvégi szemináriumra. И мы не могли это сформулировать даже для самих себя до тех пор, пока мы не поехали на такого рода семинар в своей жизни. Bárki, aki ezen a színpadon még beszélt, és sikertörténetet mondott, senki nem arról beszélt, hogy meghatották a számot, amit te keresed. И каждый, кто когда-либо выступал на этой сцене, каждый, кто когда-либо рассказал свою историю успеха, он никогда не говорил о том, что именно цифры или суммы были теми, которые побудили их для достижения этого признания, достижения успеха. Pedig pénzből élünk, pénzből fizetjük ki a számláinkat, pénzből eszünk, pénzből iszunk, minden pénzből csinálunk. Хотя мы все живем на деньги. Все, что мы делаем, стоит денег. Мы живем, мы едим на деньги, мы пьем на деньги, мы все делаем, собственно, на деньги. Engem az hatott meg ebben a lehetőségben, pont előző években történt néhány tragédia körülöttem. И в этой возможности, в этой бизнес-возможности, то, что мне понравилось, так это именно то, поскольку до того, как мы встретились с этой возможностью, в нашей жизни произошло несколько трагедий. И на самом деле не только в нашей жизни, а и вокруг нас. То есть то, что нас окружало, мы видели, например, и другие, что у них тоже были трагедии. И то, что мы видели на их примере, на самом деле было определяющим, то он так сформировался наш образ мышления. И тебя тоже окружают как плохие, так и хорошие примеры, с которых ты можешь взять урок. Незадолго до того в одной из автомобильных аварий умер наш друг. За 2 года до того, в возрасте 50 лет, внезапно умерла моя мама. И только лишь после того, как мы попали уже в этот бизнес, я начала думать о том, какая же была, собственно, у нее жизнь. Она всю свою жизнь проработала. Она работала в две смены парикмахером. Сначала она воспитала 2 детей. Aztán megszületett Zsanett, és rengeteget segített nekünk. А потом родилась у нас Жанет, она очень много нам помогала в ее воспитании. Mert abban az időben az anyáknak nem sok választásuk volt. Потому что тогда, в то время, у молодых мам, мамочек, да, не было много выборов. És nem is tudom, hogy mi volt a jobb. Az volt a jobb, vagy az, hogy ma az anyák szabadon választhatnak abba, hogy csüntyűzgetik állandóan a gyerek. И я даже, вы знаете, не знаю, что лучше. Тогда, когда у мам не было совершенно никакого выбора, или сейчас, когда мамы могут свободно себе выбрать, что они делают. Будут ли они сдувать пылинки долго и нудно со своих детей?
Mikor Zsani megszületett, akkor nekem még hátra volt másfél év a főiskolában, hogy megszerezzem a diplomát. Когда жена родилась, у меня было еще полтора года до защиты диплома. És akkor 8 órakos volt, amikor visszaírtam dupla fizetésért dolgozni. И жене было 8 месяцев тогда, когда меня пригласили обратно на работу за вдвое больше зарплаты. Конечно, Атила уже тогда занимался предпринимательством. Начинал заниматься предпринимательством. Но, естественно, мы жили во времянке, в которой была только одна кухня, одна комната. Туалет был сзади во дворе. 300 метров, мы с 300-метровой дистанции мы носили домой ведрами, собственно, воду. Я была дома, но у меня времени заниматься ребенком не было. Мы носили воду в дом, там ее грели, грязную воду мы носили во двор. Я бы могла это долго еще продолжать и перечислять. Тогда, к примеру, не было памперсов. И это я тебе рассказываю. Не чтобы она меня жалела. Боже упаси, чтобы кто-либо меня жалел. Тогда мы все так жили, все так делали. И тогда было самой естественной вещью в нашей жизни, что 8 месяцев ребенок отправился в ясельную группу для того, чтобы я могла идти зарабатывать деньги. A főnökeim számára a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy amikor kiküldetés van, akkor nem érdekes, hogy a gyerek beteg, vagy jól van, vagy van hova tenni, vagy mi van vele. Для моих начальников это было совершенно естественным, что их не интересовало и не должно было волновать то, что когда мне нужно было, допустим, ехать в командировку, что с моим ребенком, то ли он здоров, то ли он больной, то ли что с ним вообще. Aztán utána vállalkozó lettem én is. Но потом я также стала предпринимателем. És amikor vállalkozók voltunk, és minden addig megkeresett pénzünket befektettük a vállalkozásokba. И когда мы были предпринимателями, тогда все заработанные нами деньги мы обратно инвестировали в свои предпринимательства. Akkor meg a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy mindent megcsináltunk, hogy a lehető legtöbb pénzt vegyük ki belőle. И тогда самым естественным было то, чтобы, что раз уж мы этим занимаемся, тогда мы выбирали из этого максимально возможные деньги. Hát akkor tegyük a világ legtermészetesebb dolgává, hogy ezzel a kevés kockázattal ezt az üzletet tedd a leghamarabb a legnagyobb sikerért saját magadnak. Ну тогда давайте сделаем это совершенно естественным тот процесс, чтобы именно в этом бизнесе, в котором самый минимальный риск, чтобы мы сделали достижение как можно более быстрого успеха в этом бизнесе самой естественной вещью в нашей жизни. De mi emberek milyenek vagyunk, gyarmatlanok. No, какие же мы люди? Мы люди эгоистичны. A legtöbbünk nem tud álmodni, csak a rémálmai elől futni. И на самом деле большинство людей не умеют мечтать. Они умеют убегать от своих кошмаров. És csak akkor futsz, amikor már égeti a láb, a talpadat a tűz. И бежишь ты от этих кошмаров только тогда, когда уже земля под тобой горит. А мы не кетеги. Мои, но наши ноги горели конкретно. И есть те, которые идут дальше, они встают на ноги и делают свою жизнь такой, какой они хотят. А есть такие люди, которые в этом умирают, погибают. Они просыпаются утром, они идут на работу. Esznek, isznak, öltözködnek, és még talán nyaralnak is. Они едят, пьют, развлекаются, и, может быть, даже ездят в какие-то поездки. De hol és milyen szinten? Но где и на каком уровне? Úgyhogy összerakódott bennem ennek az üzenete számomra. Так что во мне сформулировалось, сложилось, в чем заключается мое послание в этом бизнесе. Én akartam magamnak egy biztosabb, kiszámíthatóbb jövőt. Я хотела просто для себя обеспечить более надежное, безопасное будущее. Атила всегда хотел быть богатым. Олег
лучшей коллегии в горе. Ездить на самых лучших машинах, носить самые лучшие часы. Да, видно, я ваш сомнительный, вроде бы, что ты ее. Но ведь мы все разные личности, и это так нормально. Да, сами ромишка, это картинка за шопа. Конечно, естественно, мы из-за этого тоже много ржались. И не верится, что мы не просто кирамами элютозли в Америку. Я не понимала, почему нужно ехать в Америку. Вот. Нехай $1,000 ольчуба мегвенне и Rolex-ура. И, допустим, именно там за купить, допустим, роликсы на 1 или 2 тысячи долларов дешевле. А не кормилево дарене два газу. В то время, когда еще не было устроено что. И не верно, потому что не опрация, пьяна, ты мегуя мотор. Я не понимала тогда, зачем ему нужен еще один скоростной мотоцикл в то время, когда у нас уже была семья. Я не понимала, зачем нам самый новый BMW, когда у нас еще и долги на нашей голове. Но одно то, что важно для женщины, и другое важно для мужчин. И если бы мы здесь расспросили каждую женщину, и после этого расспросили каждого мужчину, а для каждого было бы другое важно. És neked meg kell találni, hogy mi az, ami annyira fontos és annyira sürgős, hogy úgy gondolkodsz, ahogy a papír. И тебе нужно найти, что для тебя важно и что для тебя срочно, чтобы ты потом понял, почти так же, как был Касим. А вы, Касим, én is hallottalak, amikor ott voltam januárban, a Buhársidék szemináriumban. А был Касим, я тоже слышала твое выступление, когда я была в январе на семинаре Бухаршина. И имадом из előadásаидат. Имадом az egyszerűen láthatod, hogy hogy gondolkozol. Я обожаю твое выступление. Я обожаю то, насколько ты просто передаешь свое мышление. Он только что сказал. Я не знаю, но обратили ли вы внимание. После того, как мы стали менеджером, мы каждый месяц делали 60 менеджерских баллов. А я увидела в Венгрии, что здесь существует еще и клуб 100 кредитных коров. Мне мои спонсоры не говорили, что, оказывается, можно еще и больше делать. Но о чем говорит это тебе? Что будет в голове твоих бизнес-партнеров? То, что ты в них вложишь. И следи о своих гондолках. И будь осторожен, что ты думаешь о них. Независимо от того, что бы ни происходило вчера, сегодня все начинается по-новому. И шминьяки бы, они церетли, они не церетли, чуть баян, путь гондолках. И в зависимости от того, кем ты хочешь, чтобы тот или другой человек становился, так ты и думаешь. Конечно, не жди. Потому что вчера абсолютно буквально я сказала Мике в VIP следующее. Он что-то мне показывал. А я ему говорила, подожди, мне нужно надеть очки для того, чтобы даже что-то увидеть. И, кстати, как раз говорила, что большинство даже это не понимает. Ты будешь ждать, пока ты состаришься и уже не будешь видеть четко. Ты даже половины не сможешь наслаждаться, половиной всего так, как если бы ты это сделал быстро сейчас. Но, естественно, ты тот, кто знает, насколько тебе что важно, что срочно. Мы люди эмоциональные существа, и чувства – это то, что управляет нами. Если ты новенький, не переживай, что ты не это, не то, не другое не знаешь еще пока. Пошагово тебе нужно научиться этому всему.
Новые кандидаты обычно задают кучу вопросов. И нужно давать информацию всегда согласно их уровню, их бизнес-уровню. Если бы маленький ребенок знал бы наперед, сколько раз ему придется падать, до того, как он научится нормально ходить, он никогда бы не сделал бы ни шагу. Emberek elindulnak ezen az úton, és nem biztos, hogy meg fog történni velük annyi negatív dolog, mint ami veled megtörtént. И люди начинают идти на этом пути, и далеко не точно, что с ними произойдет столько много негативного, как возможно произошло с тобой. Persze nem azt mondom, hogy ez egy ilyen probléma nélküli, díszmeret lesz. Конечно, ни в коем случае я не хочу сказать, что весь все это прохождение у тебя будет беспроблемно проходить. Persze, hogy lesz ebben neki hívások. Конечно, будут у тебя вызовы на пути. De hát ettől lesz még értékesebb a jutalom. Но именно из-за этого будет вознаграждение еще более ценное. И mindig azon gondolkodtam az elején, ha maradok a réginél, tehát a hagyományos vállalkozásnál. Я всегда думала вначале, что если бы я осталась в традиционном предпринимательстве. Ez mit jelent? Что бы это значило? Ez azt jelenti, hogy dolgozhatok látásra vakulásig. Это значило, что я бы могла работать днем и ночью. Keresetek egy regimen pénzt. Могла бы зарабатывать кучу денег. És minél többet keresel, annál több a kockázatod, annál több a vesztenivalód. И чем... Annál inkább még többet fogsz dolgozni. И чем больше бы ты зарабатывал, тем больше у тебя риска, тем больше тебе нужно дальше инвестировать, и тем больше ты бы работал. De ha történik veled valami, akkor mi van? Но если с тобой что-то произойдет, что тогда? У меня тогда жена была 10-летней девочкой, когда мы начали строить сетевой бизнес. И что бы начала с этим всем делать, если бы с нами что-то случилось, и моя бы дочь получила бы в наследство автомобильное предпринимательство, автомобильную торговлю и предпринимательство ювелирными изделиями. De mennyire biztonságban lesz, ha egy fix jövedelmet örökölt? Но насколько же она все же будет в большей безопасности и надежности, если она получит наследство, фиксированную, стабильный доход? Imádom az új Porsche-imat. Я обожаю мою новую Porsche. Imádom Donna Karan. Я обожаю Donna Karan. Meg a Guess, meg a Gucci, meg a mindenféle. И Guess, и Gucci, и Gucci, и все прочее. De ez nem ez motivált az elején. No, абсолютно не это меня мотивировало вначале. Ezeket minden nő csak szeretné. Все женщины просто хотели бы это иметь. Nem akarja, szeretné. Не желает по-настоящему, а просто было бы неплохо, если бы. De én akartam, hogy a gyerekemnek ne kelljen évekig a mi háztartásunkat is vezetni, Но я в любом случае хотела того, чтобы мой ребенок ни в коем случае, когда мы состарились бы или стали бы больными, чтобы она не вынуждена была бы заботиться о нас. Я видела, как моя мать постоянно, вечно была до смерти уставшая от того, что ей нужно было заботиться о двух семьях, о двух домах. И то ли она нами заботилась, то ли она постоянно возила родителей то одного, то другого в больницу. И я не хотела представить себе такое будущее для своего ребенка. Так что это было то, что двигало мной. Так, найди то, что будет тобой двигать. Я ненавидела в традиционном бизнесе, что наши конкуренты постоянно боролись в ценовой политике. Мол, давайте мы лучше опустим полностью цену, чтобы все обанкротились. Okay. Én nem így akarom gondolkodni. Nekem tetszettek az ilyen életvideók. Milyen reális a kérdésnémei videó. És én elmertem hinni, hogy ez egyszer nekünk is megtörténik. Я нашла смелость поверить в то, что однажды у нас это тоже все будет. Абер Кассен Магдалин, volt olyan hónap, hogy 150 marketinget tartott.
Как Абыл Касим рассказал, был такой месяц, когда он провел 150 бизнес-планов. У нас всего лишь было 60. То есть по сравнению с ним мы вообще ничего не делали. Для него это было еще более срочным, еще более важным. Каждый может написать свою историю. Я бы хотела поделиться с вами несколькими историями. Когда мы приехали в Америку, тогда среди многого прочего, среди многих подарков, которые мы получили, ждал нас такой подарок. Это книга. Это фантастически редкое издание. Это первые 40 лет нашей компании. С основателями Грегом и Игорем, с его сыном. И мы можем идти дальше, листать по этой книге. Здесь множество историй успеха. И в конце, конец ждет продолжение. Будешь ли ты в этом продолжении? Вот представьте себе, что в этой книге вся наша спонсорская. А вот мы, как те, кто является самыми быстрыми бриллиантами по сегодняшний день, нас нет в этой книге. Но как это так? В этой книге именно те люди, которые являются определяющими фигурами роста этой компании. Есть у меня несколько классных фотографий. Это ужин для тех, кто выполнил 5000 кредитных коробок. Вот это именно то, что ценное, что невозможно посчитать в деньгах. Сидеть рядом с Эйтаном и отвечать на его тестирующий вопрос. Отвечать, что же ты знаешь о Forever? Что ты знаешь о 40-летней истории Forever? Вот это здесь книга. Там было несколько подарков, но для меня самая ценная это книга. Почему-то эту фотографию полностью не видно, но вы видите суть. Мы обожаем проводить время с Микки. И я невероятно благодарна ему за то, что он нам дает столько времени. Окей. Было бы неплохо, если бы, конечно, фотографии были бы любимыми. Мы приехали в гостиницу. И мы куда-то готовились, я уже чувствую, что не помню. Я попросила Айтина, чтобы он закрыл окно шторами, потому что уже было достаточно поздно, нужно было включить свет. Он говорит, зачем? Никто не видит, что здесь происходит через окно. На самом деле мы посмотрели, что же там видно через окно. Было бы классно, если бы действительно эту фотографию можно было бы посмотреть на весь экран, мы бы тогда поняли, о чем я говорю. Пока здесь решите, насколько можно увидеть эти фотографии. Вот, сейчас все в порядке.
и маленькими тортами барахтов хочу. Я обожаю проводить с нашими друзьями время. Я обожаю видеть, сколько много мест мы вместе с ними объезжаем по всему миру. Это всего лишь улицы в Далласе. Вот это уже намного. Намного более интересная фотография. Здесь мы уже готовимся к вечеринке на ферме Джоки Юинга в Далласе. Потому что все ровно, ну, как бы так его называют. Очень мало кто знает, что, что это владение, собственность Фреда. И независимо от того, насколько бы далеко мы не находились от своих спонсоров, каждое время и каждый момент мы используем, если мы можем быть рядом с ними. Для нас действительно большая честь, что мы имеем возможность проводить много времени с самым топовым предпринимателем Forever. Вы знаете, в Рольфе я обожаю то, что он очень мало говорит, но у него всегда есть конкретное предложение для тебя или конкретный вопрос. Вы знаете, успех – это совершенно не случайная случайность. Мы здесь собирались с другими бриллиантами, ждали трансфер. Я обожаю свою семью. Обожаю то, что Жанет тоже может быть с нами в этих поездках. И это определяющий момент в жизни каждого человека, когда мы рождаемся в его первый день.